пришли на озеро Кипарисовое. Все уже деревья стоят на земле, как говорится, но листья сильно пожелтели и покраснели даже. Вон какие красные. И вот, а всего прошла-то неделя, как я здесь была. И самое главное, что ни желтизны, ни красноты на деревьях, на листьях не было. А теперь вот и красные, ну вот те, которые с северной стороны, нет, с восточной, эти еще зеленоватые. А вот эти, которые с запада, с юга и запада, вот они сильно очень покраснели, листья. Ну, корни вообще все наружу. И люди по ним ходят, и вон уже пообломали много очень корней. Так что, ну, а природа круговую везде, ну, еще зеленые деревья, несмотря на то, что они тоже на южной и западной стороне. А вот здесь, ну, вот с восточной стороны еще зеленая. Ну, а корни многие уже повреждены, потому что люди ходят по этим корням, прыгают по ним, поэтому очень много поврежденных корней, очень много. Ну и вот сейчас покажу кипарисы, которые уже гибнут. Ну вот перед вами один кипарис, вот он, видите, полностью весь уже облетели все листочки, и верхушка он вся голая. Ну и эти уже кипарисы тоже на ладан, как говорится, дышат. Ну вот такая обстановка сейчас на Кипарисовом озере. Но сегодня еще, наверное, рано, чуть попозже начнут приезжать экскурсионные автобусы, машины, газели. Ну, в общем, вот такая обстановочка у нас тут на сей день.